Первый полет. Центровку надо проверить было. Вперед центровочку. Так, не видно ничего уже. Проваливается так. Батарейку какую поставил? Расхода рулей надо тебе настроить. Экспоненту выставил. Не знаю, будет что-то видно или нет. Так приблизительно. Нет, ты летай как можешь, главное. Да он не дает полный газ. Ну попробуй дать газ, газануть, как он поймет на газу. Вот сейчас чувствуется, что он летит. Это полный газ? Да, слабовато что-то. Ну, центровка буксует, я тебе говорю, Саша. Ну, 30 ампер. 3С. Вот что-то даже летает, однако. Фюзеляж у него большой, и мидаль, большое лобовое сопротивление, и поэтому... Это ерунда. Нет. И центровка, центровка, самая главная центровка. Нос, наверное, загружать надо, да. Либо батарея помощнее стать, чем она тяжелее была. Там по духу никакой батареи не поставишь. Оптимист, однако. Сажаешь?